передаем привет. Дорогие однополчане, сейчас мы передаем горячие поздравления от бессмертного полка Германии всем гражданам России и гражданам всех бывших советских республик, азербайджанской, армянской, белорусской, грузинской, казахской, киргизской, латвийской, литовской, таджикской, туркменской, узбекской, украинской, эстонской и всем их бессмертным полкам. Наши отцы и деды сражались бок о бок во время войны за нашу общую родину и сломали хребет фашизма. Сегодня воин-освободитель из Берлина, олицетворяющий нашего солдата, стоит здесь, в Мюнхене, на страже мира и свободы. Наша вечная благодарность героям-победителям. А сейчас маленькая фея нашего полка поблагодарит деда за победу. Спасибо, деду, за победу! Ура! Ура! К поздравлению также присоединяется от имени немецких граждан координатор бессмертного полка Германии Арнольд Цан, отец и дед которого были узниками из концлагеря за сопротивление фашистскому режиму. Спасибо, Красная Армия! Ура! 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 Мы помним подвиг Советской Армии, мы гордимся. С Днем Победы! С Днем Победы! Ура! Спасибо вам!